В селе Балак Тобольского района установили новую водоочистную станцию. Сейчас она проходит испытания. Объект должен решить давнюю проблему местных жителей. Несколько лет они жаловались на качество и количество воды. Мощность новой водоочистной станции до 500 кубометров. Сейчас через нее проходит около 300. Пока она работает не в полную силу. У нас летом очень слабый напор, и вода была у нас рыжая, постоянно осадки, пить мы ее, ну, нельзя ее было пить. Сделали нам сейчас фильтра, вода стала чище. Ну, может, не до такой степени чистая еще, мы это, ну, времени мало прошло, но она стала чище. У нас есть группа в Абалаке, которая уже пишет, если напор плохой, слабый или еще что-то. И поэтому человек уже едет, смотрит на этой станции, что и как. Подрядчики также следят за этим. Но еще не до конца подключили эту водоочистную. Вот она только-только запускается.